На момент написания картины Юлии Самойловой было 37 лет. Художник считал этот возраст расцветом женской красоты. Парадный портрет графини Брюллов задумал как сцену на маскарад. Невзирая на насыщенный сюжет, композиция полотна построена таким образом, что главная героиня словно выступает над всем, что происходит в зале. Голова женщины повернута в сторону, подбородок гордо вскинут. Удерживаемая в руках маска говорит о пренебрежении к лицедейству высшего света. Алый занавес словно взметен стремительным уходом графини и, как стена, отделяет ее от остального зала. Пламенеющий цвет будто нарочно повторяется и в маскарадном наряде Самойловой. Наряд Самойловой отторочен горностаевым мехом, поистине царским атрибутом. Фигуры на заднем плане ничем не примечательны по сравнению с графиней. Для изображения остальных гостей бала художник использовал бледные краски. Отсутствие детализации делает костюмированную толпу подобием декораций, окружающих Юлию Павловну и ее дочь. В дальнейшем Брюллов планировал придать второстепенным персонажам большую выразительность, однако по причине незавершенности полотна их фигуры так и остались плоскими. Несмотря на неоднократные просьбы Юлии Павловны, Брюллов так и не закончил работу. «Мой неоконченный портрет я сохраню тщательно», – писала графиня после смерти мастера брату Брюллова, – «как реликвию от моего дорогого и оплакиваемого Бришки, которого я так любила и которым я так восхищалась, как одним из величайших когда-либо существовавших гениев».